На чемпионаты первенства Нижегородской области решили взять самых маленьких батутистов для обкатки. Для многих из них выступление стало серьезным и ответственным стартом. И сразу же удачным. Дарья Коробко заняла первое место, а Полина Чукрина стала серебряным призером. Девочки очень волновались, но помогла поддержка родных и тренера. Меня поддерживали мои близкие. Я знаю, что они меня поддерживают сейчас, волнуются за меня. И меня это спасет. Меня поддерживали мои братья, мои близкие, все, кто находились там. Вот. И я очень переживала, и они сейчас за меня волнуются. Всего саровские батутисты привезли 13 золотых, 9 серебряных и 9 бронзовых медалей. Ребята участвовали в двух дисциплинах – прыжки на двойном мини-трамплине и на акробатической дорожке. На соревнованиях в столице региона было 140 участников со всей области. Из Сарова выступали 49 спортсменов. Достойные результаты показали Виктория Гузикова и Даниил Венедиктов. Я на второй комбинации сделала 3 шага, потому что встала и меня повело вперед. Вот первое, вроде хорошо сделала. Мне удалось выиграть это... Во-первых, не волноваться, потом я переборола свой страх, и получил место. Я не волновался, потому что, если не займу, все равно это не последнее соревнование. Соперники сложные были, но все равно я выиграл. А другие ребята тоже хорошо сделали. На чемпионате первенства Нижегородской области также выступали и опытные ребята постарше. В Саров они привезли призовые медали. Екатерина Мирясова взяла 2 золота на двойном мини-трампе и акробатической дорожке. Мы готовились где-то 2 недели. Мы делали по 2 комбинации на трамплине каждый день и по 2 комбинации на дорожке каждый день. Каждый день нужно обязательно ходить на тренировки, каждый день подкачку делать и дисциплина нужна. Соревновательный сезон у батутистов спортивной школы ИКАР закончился. Впереди летние сборы на базе школы и подготовка к следующим соревнованиям. Тренер Александр Абакаров в целом доволен результатами батутистов в этом году. Округ мы ездили, там нормально выступили. В принципе, у нас и командой мы вторые, третьи были, да. В 11-12 возрастные группы, но мы там... Призеры были на округе командой. И 13-16 лет тоже призеры были, мальчики и девочки. В этом году более-менее на четверочку. В сентябре спортсмены поедут на первенство России в Оренбург. Светлана Юрнова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24.